следственные органы Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункт А, это превышение должностных полномочий с применением насилия. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки доследственной, которая была проведена по тем видеороликам, которые были размещены в сети интернет, на которых сотрудник в форме уголовно-исполнительной системы наносит удары осужденным женщинам. Проверкой установлено, что да, действительно, съемки производились в камерах штрафного изолятора колонии-поселения номер 4 в Ивановском районе расположенного. Есть работающее лицо в этой колонии, похожее на сотрудника, изображенного на видеороликах. Сейчас его причастность устанавливается, и если в ходе следственных мероприятий будут собраны доказательства, свидетельствует о том, что именно он наносил удар, он будет привлечен к уголовной ответственности. И если квалификация не изменится, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Имеется информация о том, что данные видеоролики сняты около года-полутора назад, но на сегодняшний день удалось установить и потерпевших, и свидетелей, которые уже сейчас дают показания. Эти показания будут проверяться и будут приобщены к материалам уголовного дела. Учитывая, что в колонии поселения находятся лица, осужденные к небольшим годам лишения свободы, это год-полтора, учитывая давность записи этих видеороликов, сейчас потерпевшие уже отбыли наказание, находятся на свободе, но мы их установили и сейчас с ними работаем.